Гость сегодняшнего нашего прямого эфира – Пашкевич Андрей Викторович, ветеринарный врач, терапевт и хирург. Андрей Викторович принимает в ветеринарном центре на Нагорной и во Владыкино. Сейчас он к нам присоединится в прямом эфире в Инстаграме. Андрей, ждем от тебя заявочку. Пока Андрей присоединяется, немножечко рекламы. Значит, в сентябре у нас стартует пилотный проект. Мы организуем онлайн-курс для волонтеров. Называться он будет «Как сохранить здоровье кошки на 9 жизней». В этом проекте мы разберем всю жизнь кошки, начиная от рождения до старости. Сегодняшний наш прямой эфир, он расскажет об одной из тем, которая будет на проекте «Беременность и роды у кошек». Коротенечко. Так, Андрей, не вижу тебя в Инстаграме. Подай, пожалуйста, нам заявочку на присоединение. Следите за анонсами. Акита Сони Баффи. Да, это вы? А зачем? Так. Андрей, вы нас слышите? Здесь. Я вас слышу, да, у меня грузится прямой эфир. Прямой эфир еще не загрузился? Ну, вы открыли его там? Да. Отправили запрос на участие? Да. Так, я его не вижу, как у вас Инстаграм называется? Андрей, как Инстаграм у вас записан? Андернес. Ньюс. Да. Ну вы просто отправьте запрос, пожалуйста, на участие. Пока я там отправил, только... у меня грузится. Так. Ну ладно. Сейчас тогда немножечко для тех, кто смотрит нас на Фейсбуке и ВКонтакте, расскажем про наш проект. Андрей сейчас вовсю к нему готовится. Какие темы, помимо сегодняшней, вы готовите? Прием. Да, но мне не загружается прямой эфир. Ну, ничего, значит, пока Инстаграм загружается. Нас еще сейчас смотрят ВКонтакте и на Фейсбуке. Через Zoom. Добрый день, уважаемые подписчики. Мы рады приветствовать вас на нашем канале. Тема сегодня у нас очень интересная. Это кошки, беременность, роды и все, что с этим связано. Тема очень интересная, тема очень актуальная, и всегда возникает много вопросов. Вроде бы все известно, а с другой стороны, каждый раз и мы, и вы узнаем что-то новое и полезное для себя и для своих. Итак, в первую очередь нам нужно понять физиологию вообще вот, готовки к родам, как это происходит. Половой цикл у кошек. Нужно знать о том, что кошки полиспит. Первая течка у них начинается 5-10 месяцев. О, прекрасно. Половой цикл в год проходит от 1-2 раз до 10. Вот. Продолжительность течки от нескольких дней до 2 недель. Вот такие наши кошки особенные, в отличие, например, от собак. Мы всегда думаем, сколько раз должна проходить течка в год.
Когда кошка кричит часто, считает, многие считают это патологией. На самом деле это не так, уж так наши питомцы устроены. Признаки появления течки. Ну, многие из вас уже замечали, что кошка ведет себя беспокойно. А она громко орет, вот таким способом она привлекает к себе, призывает партнера. Она может извиваться на полу, она может, скажем так, очень сильно быть возле наших ног, может возле окружающих предметов. Еще может быть частое мочеиспускание, а также могут быть выделения из петли. Но здесь такой аспект. Если кошка в возрасте, нужно за этим очень следить, потому что выделения из петли могут быть признаком патологии. Поэтому нужно быть очень внимательным. Что касается индивидуальных особенностей, то здесь, конечно, все зависит от гормонов, от овуляции, от чувствительности самого питомца. Значит, беременность в среднем длится где-то 63-65 дней. Но если беременность была меньше, например, до 60 дней или после 70 дней, это не считают патологией. Почему? Потому что это все индивидуально. Котята также могут появляться в течение дня, могут появиться на следующие сутки, но это при том, что кошка себя ведет спокойно, уверенно, ест, пьет и кормит других котят. Рождается от 2, например, до 10. Чаще всего бывает такое среднее количество 4-6. А вот если же у кошки один котенок, конечно же, он будет крупный, и это может быть не очень хорошим признаком, потому что крупный котенок может не пройти через родовые пути, и это может быть связано с патологическими родами, нужно будет тогда уже обращаться к врачу. А второй аспект, если же у кошки наоборот много котят, например, 12-10, это тоже может быть не очень хорошо, потому что матка перерастянута, и сократительная способность ее будет также снижена. Также еще есть такой феномен суперфетации, когда у кошки может быть 2 набора плодов, например, даже, ну, к сожалению, от разных котов, если кошка уличная. Также во время беременности нужно... как же диагностировать беременность? Ну, во-первых, если кошка у вас была запланированная вязка, вы будете знать, что там, например, через какое-то время должны быть роды. Если же вязка у вас не запланирована, кошка гуляла где-то на даче, или же вы подобрали, здесь, конечно же, нужно обратиться к врачу. А мы рекомендуем проводить УЗИ где-то, например, с 3-4 недель беременности. Это самый достоверный метод. Что касается рентгена, рентген можно на ранних стадиях, он не информативен, его можно перепутать, например, с какой-то другой патологией, с новообразованиями, либо в кишечнике будет огромное количество, например, кала. Поэтому пальпаторно можно, ну а также пальпаторно можно только когда где-то будет 6 недель, 5 недель, вы тогда уже можете пропальпировать плоды. Опять же, это будет зависеть от того, упитана кошка или нет. А какие еще признаки есть? Живот увеличивается примерно после 5 недели беременности. И есть такой феномен розовения сосочков. Только тоже через 3-4 недели после спаривания соски становятся розовыми. Также это можно перепутать с ложной беременностью. Либо у кошки начальная стадия, например, мастит. А что же мы смотрим на УЗИ? Ну, на начальных, скажем так, 3-4 недели мы можем увидеть только плоды, а вот уже чуть позже, где-то 6 недель и ближе к родам, мы можем увидеть сердцебиение, что очень важно для того, иногда даже для того, нужно делать, например, кесарево сечение или нет. Потому что младенцы не всегда могут контролировать, например, если они работают 24 часа, да, начались роды, когда начались и так далее. Что касается профилактики беременности, используется контрацепция, но вы должны помнить о том, что контрацепция имеет очень много побочных эффектов. Например, повышается аппетит, в свое время это способствует увеличению веса, развиваются различные эндокринные патологии.
Одна из них, к примеру, это сахарный диабет. Также нарушается функция надпочечников, и при частом применении контрацептивов происходят проблемы с самой маткой, возникают различного рода эндометриты и так далее. Что еще характерно для беременности? Конечно же, если все идет хорошо, это очень хорошо, но иногда бывает патология. Например, бывает аборт или резорбция плода. А здесь мы видим, что уменьшается тогда живот и, например, усиливаются выделения из влагалища. Причин масса. Это и гормональный какой-то фактор, например, недостаток прогестерона. К концу срока беременности обычно это наблюдается где-то в 40-45 дней беременности. Также это неполноценное кормление, нехватка аминокислот и так далее. Ну, например, одна из аминокислот, которую мы все с вами знаем, и подаются отдельные витамины с таурином. Также все-таки, если вязка у вас запланирована, вы сможете контролировать и саму беременность, и примерно сроки. Нужно не забывать, что перед вязкой нужно проводить обработки. Первое – это обработка от эктопаразитов. Блохи, клещи и так далее. Все они вызывают анемию, в результате чего плохо развивается плод. А мы знаем, что все закладывается в неонатальный период, и нервная система, и кровеносная система. А вторая причина – эндопаразиты. Также наши любимые гельминты. Их огромное количество. Что касается гельминтов, то они еще передаются внутриутробно, то есть яйца гельминтов. Андрей, Обычно прививки, если это запланированная вязка, владелец проводит планово. Вот. Желательно, чтобы это все было проведено где-то недели за три до желаемой вязки. Почему? Например, если касается вакцины, то иммунитет вырабатывается примерно через 14-21 день после введения препарата. Поэтому где-то 3 недели. Вот. Ну и противогрестные обработки также где-то не за 10. Поэтому не забываем наше золотое правило. Сначала мы гоняем гельминтов, то есть эктоэндопаразитов. Потом выдерживаем где-то 10 дней, делаем вакцинацию, и только потом мы можем кошку пускать, скажем так, ну, для вязки. Вот. Не забывайте о том, что сейчас есть препараты комплексные, которые идут и от блох, и от глистов, поэтому если вы где-то немножко забыли по срокам, что нужно, скажем так, обработать животное, лучше применяйте комплексный препарат. Итак, что же такое роды? Роды – это естественный физиологический процесс, который завершает беременность. Они заключаются в появлении схваток, отхождением околоплодных вод, открытии шейки матки и продвижении плода по родовому каналу и также с его выходом, то есть плода, вместе с последом. Также плод может извлечен, быть искусственным путем, если роды патологические. Мы об этом еще поговорим. А вот это наша, скажем так, одна из любимых операций кесарево сечения, когда мы хирургическим путем извлекаем эти плоды, мы их реанимируем. И поверьте, самое приятное впечатление – это первый писк котенка. Ни с чем это не сравнить, когда мы видим рождение новой жизни. Предвестники рода. Как же они проявляются? То есть кошка, в принципе, хищник, она любит укромные места, где-то в шкаф, в коробку. Вы должны к этому быть подготовлены заранее. То есть кошка ищет укромное место. То есть, как любой хищник, она хочет спрятать свое потомство. Это нормальная физиологическая реакция, нормальный инстинкт, поэтому обустройте ей место заранее. Дальше. Кошка может вылизывать живот, а также область под хвостом. Почему? Потому что уже начинают отходить, скажем так, начинает отходить слизистая пробка.
Еще признаки, то есть может появляться молозиво, про соски мы уже говорили, что они могут набухать. Можете просто легонечко надавить и увидите капли молозива. Также может быть учащенное мочеиспускание и аппетит уже выборочный. Кошка капризничает, плохо кушает. Перед родами опускается животик и температура падает где-то примерно на 2 градуса. 2 градуса. Признаки начала родов. Конечно же, животное беспокоится. Часто дышит, могут быть расширены зрачки. Вокализация, то есть кошка орет, привлекает тем самым свое внимание. А еще это может быть, если слабые схватки. А про пробку я уже говорил, что отходит пробка беременности. Стадии родов. Их 3. Первое. Это сокращение матки. Вторая стадия – изгнание плода. И третья – изгнание последа. Итак, что же такое сокращение матки? Значит, матка сокращается, но здесь есть такой аспект, что матка не только сокращается, но и расслабляется. Это связано с тем, что если матка будет только сокращаться, будет нарушено кровоснабжение плода, то есть кровоснабжение котенка. Поэтому матка сокращается, расслабляется. Таким образом поступает кровь к нашим котятам. Сокращение матки где-то примерно 36 часов, плюс-минус. Это все зависит от физиологического состояния, от количества котят. Если кошка начинает тяжело дышать, то это уже говорит о завершении первой стадии. То есть идет переход плавный во вторую стадию, то есть изгнание плода. Сокращения учащаются, и они становятся более сильными. Котенок продвигается по родовым путям в область таза, пузырек лопается, вытекает жидкость. Эта жидкость способствует тому, чтобы котенок продвигался по родовым путям, то есть она играет роль, ну, таковой смазки. Весь процесс занимает примерно от 5 до 30 минут. Если только уже если показалась голова, то здесь остается буквально пара усилий, и котенок появляется на свет. Переходим к третьей стадии, это изгнание последа. Как правило, третья стадия идет фактически без паузы после второй. Выходит наружу оболочки вместе с плацентой. При нормальных родах, то есть комплект мембраны и плаценты, появляется следом за своим котенком. Если второй котенок появляется быстро, например, из противоположного рога, мы помним, что у кошки матка двурогая, то оба комплекта выходят после второго котенка. Итак, завершение. Что же делает кошка при завершении рода? То есть она разрывает пленку мембраны, она очищает рот и нос котенка, то есть она их вылизывает, она откусывает пуповину, если пуповина по какой-то причине сама не оборвалась, и она съедает послед. Между рождениями котят, мы уже говорили, что они могут рождаться с интервалом в 3 часа. Это норма при том, если кошка себя ведет спокойно, если она вылизывает остальных котят, если она кушает, пьет. Как же оказывать помощь? Но прежде нужно что? Нужно подготовиться. У вас должна быть аптечка, хотя бы минимальный набор. Что туда входит? Но желательно, чтобы были резиновые перчатки, конечно же, стерильные. Желательно, чтобы были салфетки, конечно же, стерильные. Почему? Потому что если понадобится помогать кошке извлекать котенка, то не голыми руками, не перчатками, в смысле перчатки будут скользкими, а именно с помощью салфетки. Должны быть ножницы, которые должны быть обработаны каким-нибудь антисептиком. Ну, например, спирт, хлоргексидин. Нитки стерильные для перевязывания пуповины, потому что иногда пуповина может кровоточить, и если все-таки вам придется самим ее обрезать, то нужна будет ниточка, чтобы ее перетянуть. А вазелин нужен. Для чего нужен вазелин? Например, если плод застрял, он очень крупный, нужно будет смазывать наружные половые органы вазелином для того, чтобы увеличить скольжение и выход котенка. Антисептик для обработки пуповины, ну, это, как правило, наш самый популярный, это йод.
Про салфетки я уже говорил. И, естественно, нужно что-то, чтобы мы смогли, если кошка не будет вылизывать котенка, а при кесаревом сечении, понятно, мама у нас спит на операции, да, то мы используем либо пипетку, либо маленькую резиновую спринцовку для того, чтобы отсасывать жидкость из носа и рта котят. Не забывайте, из носа и из рта. Конечно же, если это, например, кесарево сечение, либо вы нашли котят новорожденных, кошка сбежала, то, естественно, их нужно что? Нужно греть. Поэтому в домашних условиях, если есть грелка, хорошо, если грелки нет, можно использовать обыкновенные пластиковые бутылки с водой. Но здесь нужно быть очень осторожными, чтобы не было никаких ожогов термических, не перегреть. Нужно всегда во что-то закутать. Ну, например, мы в клинике в пеленку, дома можно какое-то покрывало, плед и так далее. Итак, патологические роды. Причины. Я уже вначале сказал, это крупный размер плода, это огромное количество плодов, когда 10-12 котят, и матка перерастянута настолько, что она не может сокращаться. Гибель плода, причин масса, я уже говорил, какие-то гормональные нарушения, какие-то нехватки аминокислот. Ну и чего греха таить, если кошка на улице, понятно, что травмы. Также может быть воспаление матки, травмы органов малого таза и узкий таз. Что касается травм органов малого таза, здесь я делаю акцент на кошек-парашютистов, то есть которые по какой-то причине выпали из окна. По медицинским показаниям, проводили, не проводили, например, остеосинтостаза и так далее. Естественно, кости срослись неровно. Если еще каловая масса как-то проходит, то, естественно, кошка в ротах, ей будет затруднено. И поэтому здесь этот аспект нужно отслеживать. Ну, Андрей, либо все-таки... Андрей, а в какой момент, мы можем понять, нормальные это роды или стоит обратиться к врачу? На каком этапе? Я хотел об этом сказать чуть позже. Да. Во-первых, если роды затягиваются, то есть, да, если кошка родила одного котенка, а второй между котятами промежуток где-то примерно 2-3 часа, и кошка орет, беспокоится, не вылизывает других котят, не проявляет интерес к еде. Если котенок застрял, и мы видим, что он не продвигается, потому что он должен выскочить, если голова показалась, я уже вначале сказал, где-то в течение буквально 2-3 схваток, вот, тогда уже нужно обращаться. Либо, когда котята родились, идет обильное кровотечение. Ну, считается условно где-то 10 минут. Если кровь выделяется в огромном количестве, то здесь уже есть какая-то патология. Здесь мы можем подразумевать о том, что произошел, например, разрыв матки, и поэтому кровь идет. Это патология. Да, немножко забежали вперед, но ничего, не важно. Итак, еще признаки патологических родов. Это когда роды не начались в течение 24 часов, то есть сутки, после того, как температура упала на 2 градуса, примерно 37. Как же все-таки помочь? Как же помочь кошке? Нужно надеть перчатки и все-таки смазать наружные половые органы вазелином. Я об этом говорил. Если головка плода завернута, то одним пальцем можно попытаться ее развернуть. И второй рукой, с помощью живота, немножко подтягивать его. Плод, как я уже говорил, вытягивает только с помощью салфетки, потому что в вазелиновой перчатке руки будут скользить. Конечно же, если появляется мешочек, его нужно разорвать, либо разрезать, освободить пасть от слизи и сделать искусственное дыхание. Здесь такой важный аспект, нужно не переусердствовать. Почему? Потому что все-таки котенок рождается 100 грамм, а человек крупный, чтобы нам, скажем так, не разрывать легкие. Поэтому нужно, если проводить искусственное дыхание, нужно с небольшим напором, с небольшим потоком воздуха. Дальше. Сделать массаж сердца. Что касается массажа сердца, нужно проводить его либо одним, либо двумя пальчиками. И это должно быть соответствовать числу сердцебиений
котенка, например, около там 180-200 примерно. Вот. Потому что мы знаем, что сердцебиение у котят намного чаще, чем у крупных. Можно на одной стороне, можно затем перевернуть на другую сторону. Итак, еще нужно наблюдать, и если патологии, да, извиняюсь, забыл сказать, патологии может быть как и понижение температуры, так и повышение. Если температура выше 40, то здесь нужно также обратиться к ветеринарному врачу, потому что это может быть уже какая-то причина, ну, септического плана, которая развивалась там неделю, несколько дней назад, и просто визуально ее невозможно было видеть. Ну, вот так у нас по родам. Задавайте вопросы. Я с удовольствием на них отвечу. И сейчас, если вопросов не будет, мы рассмотрим постнатальный период. Почему? Потому что кормление котят также имеет важное значение, когда они остаются без мамы. Какие-то причины? Ну, в первую очередь, конечно же, уличные котята. Вот. Вторая причина, конечно же, если по какой-то причине мама кошка отказалась, и у нее отсутствуют, например, инстинкты, она их и не вылизывает, и не кормит, конечно же, здесь не нужно ждать, а нужно помогать. Здесь такой аспект, самый первый, на котором я хочу акцентировать внимание, это чем же все-таки кормить. Вы откроете интернет, почитайте, там очень много мнений. Андрей, конечно же. Андрей, да, есть вопросы? Вопросы по родам, давай. Ну, давайте пока, да. Я просто развел интригу, чтобы заинтриговать, как мы будем кормить котят. Я думаю, что вопросы также появятся. Да, я не вижу какого-то вопроса. Все-таки стоит принимать роды самостоятельно или обращаться к врачам? Я считаю, что все-таки роды должны быть дома, в привычных условиях. В клинику нужно обращаться только, когда что-то пошло не так, как мы говорим. Я объясню, из практики у меня было очень много случаев и по кошкам, и по собакам. Когда начинались роды, привозили питомца в клинику, даже оставляли одного в кабинете. Кошка пыталась куда-то залезть. На шкаф, под стол. Почему? Потому что ей хотелось укрыться. Для нее это чуждая обстановка. Поэтому лучше роды дома. Спасибо. Плюс они, я извиняюсь, перебью, плюс они еще, многие начинают себя вести агрессивно. То есть возникает инстинкт защиты. То есть мы чужие для них. Ты имеешь в виду в момент родов? Нет, в момент родов. В момент родов, и было, что некоторые животные к себе не подпускали. Не хотят, чтобы они да, чтобы мы наблюдали за ними. А скажи, пожалуйста, показания УЗИ, ну, допустим, вот есть, можно ли по УЗИ поставить, неестественные роды, Кесарево сечение, которые можно обнаружить на ранних сроках? Можно обнаружить, но не на ранних сроках, скорее всего, на более поздних. На ранних сроках мы можем обнаружить что? Если плоды, например, начали мумифицироваться, и там уже не беременность, а идет какая-то патология. То есть, да, плоды погибли, либо вообще не было беременности, и там развивается, например, гамета. Приходят и говорят, у меня кошка беременная, пальпируешь, да, живот увеличен, направляешь на УЗИ, а там пиометра, то есть там гной в матке. Вот. А что касается кесарево сечения, да, если плоды очень крупные, естественно, где-то ближе к родам, там на 5-6 неделе доктор УЗИ вам замерит и скажет, какой размер, это нужно будет контролировать через неделю, например, идти еще на УЗИ, и тогда уже спрогнозировать, что, скорее всего, понадобится кесарево сечение. Спасибо, Андрей. Вот еще у нас есть вопрос: что делать, если первый котенок рождается раньше срока, прекращают? Обязательно есть вероятность, что кошка может носить остальных котят до положенного срока. Спасибо за вопрос, очень такой интересный. Я скажу так, но
вообще по литературным данным, где-то роды могут быть до 36 часов. Я уже говорил вначале, что если между котятами, например, промежуток там 3-4 часа, но кошка при этом ведет себя спокойно, она кушает, она пьет, она кормит остальных котят, то здесь паниковать не стоит, стоит подождать. Скажу из практики, было такое, что, например, первый котенок вышел, скажем так, были патологические роды, первый котенок погиб, а в родовых путях из-за того, что он не мог пройти, был он очень крупным. Кошка шла на кесарево сечение, а остальные котята были живы, здоровы и так далее. Поэтому лучше, конечно, обратиться к врачу. Почему? Потому что посмотреть, а живы ли остальные котята. Если котенок родился, несколько часов нет других котят, кошка себя никак не проявляет, а может быть там и нет котят. Может быть он один. Я понимаю, что у нас вопрос не про несколько часов, а вот что первый рождается раньше срока. Но что значит он рождается раньше срока? Если он начал рождаться, то значит уже физиология, то есть уже кошка должна родить. То есть если он родился на 50-й день, то, скорее всего, вряд ли он будет, скажем так, полноценным, и вряд ли он будет жизнеспособным. Он может вообще родиться мертвым. Немножко вопрос такой. Если на один день она родила, но опять же, как считают? То есть я же говорил, что сроки сложно определить. 63-65. Но патологии не считается, если кошка рожает до 60 дней. И также не считается патологией, если кошка после 70 рожает. Это индивидуально. Поэтому если кошка родила раньше срока, здесь так немножко непонятно. Ну, в любом случае, стоит обратиться к врачу и сделать. Конечно, если он родился на несколько дней раньше, конечно, нужно на УЗИ, а потом уже решать с врачом, нужно кесарево или нет. На неделю. Но срок не указали. Не указали срок. Наверное, дней 50. Напишите, пожалуйста, срок. Конечно, нужно идти на УЗИ смотреть, если там другие котята, есть ли сердцебиение. 53-й. Ну, рановато еще, да, конечно. Ну, без УЗИ здесь не обойтись. Конечно, конечно. Начинаем с УЗИ. Спасибо. Спасибо. Так, по родам есть вопросы. Нет, по родам нет вопросов. Да, пожалуйста, девушка написала. Да. Породов нет, скажи нам, что делать дальше. Так вот, лучше кошачьего молока, то есть молока мамы нет. Очень много ведется споров, чем кормить. Применяют кто-то козье молоко, кто-то коровье. Конечно же, самое близкое к кошачьему молоку – это смесь кошачья. Почему? Потому что она соответствует составу молоку матери, то есть и процентной жирности, аминокислотам, сухому веществу. Почему нельзя коровье молоко? А потому что там очень много лактозы. Если жирность коровьего молока, примерно там от 3,5 до 4-5, в зависимости от породы, то жирность кошачьего молока 11%. И считается, что по питательности кошачье молоко даже превышает молоко дельфинов. Козье молоко. Да, есть данные, но козье молоко нужно разводить, например, в 3 раза. То есть 1:3. То есть 1 часть козьего молока и 3 части кипяченой воды. Но не нужно ничего придумывать. Есть смеси. На каждую смесь есть инструкция, где все подробно расписано. Я некоторые аспекты скажу чуть позже, поэтому лучше все-таки выпаивать смеси именно для котят. Их несколько разных производителей. Смесь для детей, то есть для человека, не применять ни в коем случае. Какие могут быть проблемы, я скажу чуть позже. Так вот, у нас родился котенок, нам нужно его реанимировать, я уже рассказал как. Что же нужно еще делать? Конечно же, обогреть. То есть либо грелка, либо бутылки с водой. Почему? Потому что гипотермия очень опасна для котят.
Температура помещения где-то должна быть примерно 20-22 градуса. Бутылок где-то примерно, либо грелки 37-38, но должна быть прослойка, то есть либо картон, если это коробка, либо одеяло покрывало, если вы будете класть котят на поверхность. Итак, кормление котят каждые 2-3 часа. Доза различная в зависимости от веса. Она может варьировать от 0,5 мл до 1,5 мл в зависимости от породы и размера котенка. Чем кормят? Кормят из бутылочки, соской, либо можно из пипетки. Сначала капают несколько капель для того, чтобы котенок почувствовал, что вкус, например, малозива. Не рекомендуется кормить с помощью шприцов. Почему? Потому что можно передозировать и впрыснуть огромное количество смеси, и тогда получится, что котенок может захлебнуться, то есть, да, подавиться, и возникнет аспирационная пневмония, которую вылечить будет очень и очень сложно. Значит, примерно через 2 недели уже можно обойтись без ночного кормления. Уже ночью можно сделать интервал примерно где-то часов 6. А после кормления нужно быть кошкой мамы. Ну, конечно, вылизывать мы с вами не сможем, но поглаживать, массажировать ему животик. Для чего? Для того, чтобы наш котенок опорожнился, для того, чтобы он был диурез, то есть чтобы он пописал. Также не нужно пренебрегать гигиеной. Что здесь важно? Мыть руки постоянно перед каждым кормлением. Посуда должна быть чистая. Можно прокипятить, можно обдавать кипятком, промывать чистой водой. Перед каждым кормлением должна быть новая порция смеси. Если же все-таки смеси, которые там хранятся, например, 8 часов и так далее, все читайте по инструкции, нужно тогда, естественно, ее не холодную применять, а разогреть, например, в водяной бане. То есть не на открытом огне, а в водяной бане. Воду использовать только кипяченую, не сырую воду из-под крана. Сколько же котенок должен превышать вес, прибавлять вес? Где-то примерно 10 грамм в день. Примерно. Ну, в неделю где-то до 100 грамм. А что еще важно учитывать? Важно учитывать место кормления. То есть недалеко от их места, где они у вас лежат. То есть от их лежанки. Положение котенка при кормлении, он должен быть желательно на животике, либо чуть-чуть приподнят, ни в коем случае не на спине. Доза смеси увеличивается в сутки, примерно нужно смотреть инструкцию, где-то там от 0,2 до 0,5 мл. Также не перекармливать. Если котенок покушал, он показывает, что он сыт. А как же он показывает? Он начинает засыпать, он удовлетворенный. Он начинает зевать, то не нужно ему больше насильно смесь эту вливать. Тогда же переходить на твердую пищу. На твердую пищу нужно переходить уже ближе к месяцу. Понятно, если вы кормите, то есть искусственно кормите сами, вы будете замечать, как он прибавляет и так далее. Можете сами увеличивать смесь. Если же все-таки у вас кормит кошка и вы видите, что котята орут постоянно, кошка от них убегает, то здесь уже нужно смотреть о том, что, скорее всего, молока не хватает, и нужно подкармливать. Смеси тоже есть разные, есть корма, внимательно читайте инструкцию и контролируйте эту ситуацию. Молока можно есть, если котят мало? По-разному, конечно. Может быть, у вашей кошки начался мастит, а может быть, у нее в силу физиологических особенностей мало молока. Все так же, как и у людей. Поэтому, котята, они будут отставать в росте. Мы же не только для того смотрим, чтобы нам интересно, прибавил он вес или нет. А мы должны смотреть. Это также является признаком голодания, например. Поэтому можно взвешивать котят, и находящихся возле мамы, не только которые искусственно скармливают. Заводчики, в принципе, опытные так и делают. Они же все это знают. Взвешивать раз в неделю. Примерно, да. Но всегда все хорошо быть не может.
Я очень желаю вам, чтобы все было хорошо, но вы должны быть вооружены, то есть вы должны быть подготовлены. Что пошло не так? Про роды мы уже с вами говорили, а сейчас мы поговорим про котят, которых мы кормим искусственно, либо по какой-то причине мама от них отказалась. Сейчас, Андрей, у вас итак, вопрос, да? Ну, хорошо, мы вернемся. Кальций, витамины в обычном рационе кошки во время беременности. Ну, то есть нужно ли дополнительно вводить кальций, витамины в беременной кошке? Да, то есть какого срока? Значит, смотрите, все индивидуально. Если вы кормите производственным кормом, он у вас как, по какой-то причине оказался не для беременной кошки, то тогда нужно вводить, конечно же, добавки, но витамины с минералами, не только что-то одно, кальций, например, может быть его и переизбыток, или недостаток. Нужно, как я говорю, всегда в комплексе, то есть хорошие витамины с минералами для беременной кошки. Это если вы кормите, например, натуральной едой, либо корм производственный, но не для беременной. Если вы кормите кормом для беременных, то, безусловно, там все есть. Ничего придумывать не нужно. Если какие-то все-таки идут изменения, ну, здесь нужно уже разбираться, потому что до родов, может быть, как-то проверять, если были какие-то патологии, знаем, да, и с гормонами связано, неусвояемость кальция и так далее. Ну, то есть самый простой, ну, есть самый простой вариант. Корм для беременных. Да, он сбалансированный, все придумано, рецептура. Вот там, как правило, написано по весу питомца. И еще продолжение вопроса, необходимо переводить будущую маму на детский корм, так как в нем больше полезных веществ и витаминов. То есть, я понимаю, на детский это для котят. Нет, именно сугубо для котят не нужно, но просто есть корма для кормящих мам. То есть для беременных, есть для кормящих. Лучше тогда для кормящих. Это вот беременность, это вот беременность, нет, а мы сейчас говорим о кормящих. Необходимо ли вводить будущую маму в детский корм, так как в нем больше... Нет, нет необходимости, только для беременных. Но все-таки физиология мамы и физиология котенка немножко отличается. Вот, поэтому корм должен быть все-таки для беременных. Я не вижу смысла переводить на корм для котят. Ну, по поводу справок я так не могу сказать, вот, а анализы будут предоставлены, вот. Значит, первым делом мы сдаем на хронические вирусные инфекции. Это лейкемия и иммунодефицит. А дальше уже урогенитальные инфекции, там, например, хламидиоз, микоплазмоз. Это все можно прийти на прием, проконсультироваться у врача, и где мы напишем список анализов. Но дело в том, что одни заводчики могут требовать одни анализы, другие могут требовать другие анализы. Например, для них будет важно в том, например, болеет ли ваша кошка хроническими вирусными инфекциями, например, лейкемией, потому что сейчас ее очень много, и не может не обратить внимания на микоплазмоз. Но на самом деле здесь нужно все-таки проверять на все, на все инфекции, и урогенитальные, и хронические вирусные. Микоплазмоз может влиять, и на плод. Спасибо. Так, пока больше вопросов нет. Так, мы остановились на котятах, да? Значит, естественно, если температура будет снижена, это происходит, у животных происходит ослабление всех важных функций, нарушается функция глотания. Если нарушается функция глотания, сосания, то... Естественно, питомец не принимает пищу и не получает полноценные вещества, которые ему необходимы. Так вот, у котят энергетического запаса хватает только на 12 часов. Поэтому, если котенок не покушал 12 часов, ждите гипогликемию, то есть падение уровня глюкозы в крови. Что здесь нужно делать? Ну, в первую очередь, конечно же, ввести препараты, например, с глюкозой, то есть 40% глюкоза, либо сахар 1 к 2 с водичкой,
есть такая ошибка, ни в коем случае не нужно колоть 40% глюкозу подкожно. Будут некрозы и абсцессы. Лучше выпаивать перорально. Под кожу вводится только 5% глюкоза, но в данном случае здесь только название глюкозы. 5% это ни о чем. Именно маленькому котенку, но это очень мало. Поэтому глюкозу, либо, как говорят, сахарный сироп, его нужно выпаивать. Что же еще может? Значит, мы нагрели, накормили глюкозу с вами. Глюкозу выпоили. Нужно теперь смотреть все-таки, какая еще причина. Например, может быть, на фоне того, что, ну, например, у кошки был мастит, и котенок пьет это молоко, например, проблемы с ЖКТ, то есть желудочно-кишечным трактом. Либо что-то мы не так сделали со смесью, либо смесь не пошла, может быть, вздутие живота. Либо вы все-таки, либо вы плохо массажировали животик, либо мама плохо массажировала животик. Поэтому излишнее газообразование. То есть вздутие, как мы говорим. Здесь применяется эспумизан бэйби, то есть для детей где-то примерно 1-2 капли с интервалом в 4 часа. А в принципе мы говорим при необходимости. Если живот не вздут, его не, этот препарат не нужно применять. Это первое. Второе. Еще раз, не забывайте про массаж живота. И также может быть отсутствие стула по какой-то причине. Например, каловой массы кишечники. Что здесь мы применяем? Здесь мы применяем вазелиновое масло. Примерно 0,1-0,3 мл на котенка. Какие же еще могут быть причины, что у нас все-таки что-то пошло не так? Ну, про генетические заболевания я еще не говорил, сейчас скажу. Это неонатальный гемолиз. Это неудачная комбинация групп крови отца и матери. Например, в организме котенка с рождения существует механизм разрушения чужеродных эритроцитов. И если антитела группы Б, которые враждебно настроены к эритроцитам группы А, попадают в организм, то это приведет к уничтожению красных клеток крови. И мы увидим анемию и гибель. Клинически это проявляется тем, что моча становится более красная, она становится насыщенная. Поэтому здесь вариант какой? Здесь нужно сразу котенка отнимать от кошки и кормить его искусственно. К моменту, примерно 2 недель, стенка может укрепиться, но переводить обратно, я имею в виду, стенка кишечника может укрепиться, вот. Но переводить обратно уже на рацион матери не стоит, вернее, на кормление к матери. Почему? Потому что за это время уже кошке, скажем так, может молока и не быть. Поэтому дальше нужно продолжать искусственный скарм. На что еще нужно обращать внимание? Волчья пасть. То есть, да, это расщепление неба. Также может быть грыжа пупочная. Также может быть отсутствие анального отверстия. Могут быть патологии сердца. Также могут быть какие-то повреждения позвоночника поврежденные, либо все-таки приобретенные при родах. Может быть поликистоз почек. Вот на это тоже нужно обращать внимание. Поэтому не всегда причина заключается в том, что мы где-то не досмотрели. К сожалению, котята иногда рождаются из генетических заболеваний. Ну и какие же все-таки показания для обращения к врачу с маленьким котенком? Это отсутствие аппетита, это диарея и рвота, понижение или повышение температуры тела, это нарушение координации, судороги какие-то, недостаточный вес котенок не набирает, хотя мы его взвешиваем и кормим вроде бы неплохо. Это гнойное выделение из глаз и из носа. Ну вот, у меня все. Есть какие-то вопросы? Спасибо большое. Спасибо большое, Андрей Викторович. Есть у нас вопрос от нашей активной подписчики. Да, спасибо вам. На какой возраст лучше планировать первую вязку, если течки или кошки есть? И как часто можно вязать активно кошки, без проблем для второго?
Так, на первую часть вопроса. Кошку нужно вязать ближе к году, то есть где-то месяцев 10. Почему? Потому что существует половая зрелость, существует физиологическая. Половая, так же как подростков, наступает раньше, физиологическая наступает чуть позже. Но у каждой породы свои особенности. Поэтому нужно как бы следить за этим очень внимательно, посмотреть литературу, потому что у каждой породы все-таки есть какие-то аспекты. Ну а так, в среднем ближе к году. Как часто? Ну, не в 5 месяцев точно. Как часто? И вторая часть вопроса. Ну, кошку можно вязать раз в год, раз в 2 года. Просто если вы часто будете кошку вязать, я уже, наверное, упустил этот момент, обычно считается, что после пяти родов у кошки уже, скажем так, есть такой феномен дистоция, когда матка плохо сокращается, потому что постоянно были роды, она перерастягивается, хотя она и приходит потом в норму, но уже сократительная способность примерно после пятых родов у нее нарушается. Это вне зависимости от того, как часто она будет. Нет, ну вот после пятых родов примерно, да. Ну, у одной кошки может быть на 4-е, а второй может быть и на 6-е роды. Поэтому и не стоит так часто вязать. А как это может отразиться на беременность? Ну, во-первых, на беременности может быть ранняя гибель плодов, вот, или же кесарево сечение потом. Ну, то есть шанс выносить есть. Шанс выносить есть, конечно. Спасибо. Так, ждем еще буквально пару минут до конца эфира. Если вопросов не будет, От вас, уважаемые подписчики, ждем еще вопросов. Еще вопросы, какие бы темы были интересны вам, потому что запрос на этот эфир поступил от наших подписчиков. Спасибо вам. Пишите. Мы подготовимся, расскажем интересную для вас тему. И ждите анонсов нашего волонтерского проекта. Да, спасибо вам за внимание. Задавайте свои вопросы. Еще есть вопросы. Диана. Час притечки. Сейчас притечки тоже применяют, нужно их как-то прекращать искусственно. Ну, это первая часть нашего эфира была, да? Я же говорил, что течки могут быть и 2 раза в год у кошки, а могут быть и 10-12. Это не является патологией. Угу. Прекращать искусственно, конечно же, не стоит, и я объяснял, почему. И гормональные нарушения в том числе, поэтому не стоит. И ожирение, сахарный диабет и так далее. Поэтому лучше контрацептивами не увлекаться. И все-таки, наверное, ну, тема наша сегодня совершенно другая. Наверное, думать о стерилизации. Если так часто кошка. Думать о стерилизации? Да. Спасибо, Андрей Викторович. Спасибо вам за ваши вопросы. Ну что ж, на сегодня мы с вами прощаемся. Пишите нам. Всего хорошего. Всего доброго. Спасибо за внимание.